Секретное оружие метаморфозы. Опа, это что такое? А я сильнее, чем вчера. Метаморфоза. Ну что, дорогие друзья, все категорически приветствуем. Мы находимся в зале Сечпро, новый зал на Октябрьской набережной 12. Сегодня первая тренировка. Начинаем подготовку к своему первому профессиональному дебюту, который состоится в сентябре месяце. Вот. Ну что, смотрим, как у нас пройдет тренировка, и будем бомбить дальше. Ну что, пойдем посмотрим, да? Ну что, пойдем тренироваться. Сегодня у нас такая открытая тренировка будет, мы чуть-чуть подрабатываем, но здорово, такие парень дружеский. Нашему клубу сегодня 6 лет, на самом деле. Это еще одно событие, которое совпало с открытием зала. Рад секретить, погнали! Другим боком, в бок работаем. Обратно в сторону. Начинается наши спарринги, кому капу не одевали. Выбирай сразу Арни. Я выбираю Сергея Романова. Левый джеб, левый лоу-кик, правая, левая, печень. Здесь джеб, нога, оп, печень. Пока без ответа сейчас работает. Потом добавим ответ. Бам, бам, бам здесь. И двигай еще раз. Жеда, бам, бам. Плечи посадили. По очереди работаем. Приготовились. Первый раунд. Бойцы, любители спорта, вот, закончили наш спарринг в новом клубе Сечи. Вот, нормальные тут бойцы. Давно не задевался, блин. Но получал тоже подачи. Вот, не все так просто. Так что, приходите в этот новый клуб, реально. Как видите, много людей, порядка 40 человек. Есть даже профессиональные бойцы, которые выступают на один. Вот, ну, впечатление отличное. Будем покупаем элемент, начинаем тренировку и возвращаемся в боевую форму. Последний раз мы выступали в ноябре прошлого года. На турнире мы проиграли. Вот. Так что надо наверстать упущенное и возвращаться в форму. Встреча. Thank you.